Астрологический прогноз на 23 августа, воскресенье. День очень творческий. Силы в этот день готовы помочь в ритуалах на обретение желаемого, того, к чему вы стремитесь. Поэтому пропустить этот день нельзя. Надо обязательно провести ритуалы для того, для обретения того, с чего нужно именно вам. В быту же хорошо заняться химической чисткой вещей и ремонтом бытовой техники. В отношениях между людьми будет повышенная чувствительность. Эффективно в этот день начать лечение верхних дыхательных путей, но нежелательно обращаться к гинекологу и урологу.